Записывать на этот компьютер. Ну, записываем. Мы уже можем начинать с надаром, да? Можем. Сейчас он мне напишет. А, он включил уже, включил. Отлично, отлично. Надар, я тебя, дорогой, приветствую от всей души. От всей души. И ты видишь, я твою картину поставил, которую дописываю. Потому что я ее допишу, когда уже ты совершишь вот этот свой, вот этот грандиозный проект для человечества. Да, несущий добро, эстафету добра. Я тебя хочу попросить, Надар. Ты можешь в двух словах рассказать вот эту программу, чтобы все участники стали твоими болельщиками, болели за тебя каждый день. И мы все будем, как говорится, от всего сердца поддерживать. Да. Так что расскажи. Я вас тоже приветствую, Хасай Магомедович, дорогой. Вы уникальнейший человек, вот в прямом смысле этого слова. Я за всю свою велосипедную жизнь и раньше, естественно, я общительный человек, общался со многими людьми, но с такой души, с такой эрудицией, с таким подходом к жизни редко, редко. Вы редкостный человек. Я рад, я счастлив, я силен, что сейчас перед вами я тут сижу, пускай это будет через камеру, но это для меня огромнейшая честь. Спасибо вам огромное, здоровье. И то, что вы делаете добро и помочь, стараетесь всем своим уникальным методом, своим уникальным общением, своим уникальным присутствием в пространстве интернета. Это многого значит, и это тоже надо донести до каждого человека. И наш велотур, который начнется в августе следующего года после завершения Олимпийских игр, даст Бог, Вселенная победит коронавирус, все наладится, все сообщения, все... Ну, то, что сейчас заморожена планета Земля, это закончится, и мы сделаем, сможем, ну, естественно, будет организована Олимпиада, и мы поедем с Японии, часто проедем по Японии, потом дальше уже до Батуми, до Грузии, до Батуми. А как маршрут мы проложим? И как мы поедем, это у нас есть несколько месяцев времени, мы проработаем это все, уточним, и участники, как минимум, по моему расчету, как минимум 15 стран, поедем на велосипедах, у нас будет одна машина сопровождения, как минимум. Может, два, это лучше будет, потому что надо это все снимать, надо это все фиксировать, надо впереди ехать тоже человеку, чтобы организовать встречи, мероприятия, далее подключение там бизнес-сектора в том числе, чтобы ребята все могли, и компании все могли принимать участие в нашем мероприятии. И что касается эстафеты добра, это общение в первую очередь, потому что дефицит общения, Хасай Магомедович, вы сами прекрасно понимаете, насколько велик сегодня в 21 веке, в веке вот этих телефонов, в веке компьютера, общение это дошло до минимума человеческих, в семьях даже за столом люди сидят и смотрят в этих телефонах. Поэтому общение, естественно, это самое важное. Из своего опыта я знаю, когда я проезжал российский Дальний Восток еще в 2016 году, были случаи, когда человек плакал, у него слезы текли просто. Понимаете, что я с грузинским флагом еду на велосипеде. Это было, ну, для меня тоже это было неожиданным, потому что
-38 в холоде ехать на велосипеде, это было довольно сложно, опасно, но зато почетно, и зато я показал настрой, настырность. Это было, такая была у меня энергетика, но, слава богу, и сейчас, и всегда есть, что я разнесу все стены. То есть я не остановлюсь, и это я на примере показал. Но это было именно вот энергетика от всех участников нашего пробега, кто встречал нас. И вот эта атмосфера просто улыбки, просто приветствие, просто вот вместе сфотографироваться, это тоже огромнейший заряд энергии людям. Но далее, естественно, эстафета добра, это не просто вот это улыбки, помахали рукой, и нет. Начиная от детских домов, далее школы, далее вузы, далее тюрьмы, далее эти все федерации, мероприятия разные, далее дома престарелых, организовать разные мероприятия, разные там, может вести дни культуры Кавказа, например, в том же самом в Японии, да, или в Корее. Это надо до того, представляете, я каких масштабах сейчас говорю, это все надо организовать. И к этому надо, естественно, время подготовки. И когда у нас будут, вот я хочу все-таки употреблять это слово, это пускай не грубость и не как бы не, как не могу это слово подобрать. Это будет, когда в обойме у нас будут такие темы и такие люди, как вы, Хасай Магомедович, Спасибо. это будет для нас огромнейшая сила и полноценность вот этой картины, что мы едем, и каждый день по местному времени 12 часов объявляем там час уборки планеты Земля. То есть вот, убираем мусор, не имеет значения, кто где. Мы тоже вот, значит, останавливаем велосипеды, и не имеет значения, где мы находимся. Ну, естественно, если на мосту где-нибудь, нет, но там территорию мы увидели, и час собираем мусор. И тем самым даем пример всем. Вот самая грязная, загрязненная страна – это Монголия. И Монголию я очень хочу проехать, потому что президент Монголии – спортсмен. Он прекрасно говорит по-русски. Я русскоговорящий, в общем. Ну, родной у меня грузинский, английский. Хотя я много понимаю, но практики не было. Я немножко говорю по-турецки. Это для меня очень хорошая такая вот тоже удовольствие, я бы сказал, несмотря на то, что тоже тяжело подался мне турецкий язык. Мне приятно, я когда произношу эти слова. В целом, вот, и, естественно, программа «Жди меня», я являюсь помощником в 10 странах, прикреплен за мной 10 стран, и я за 13 лет, в декабре, кстати, 2007 года я начал, вернее, из Стамбула, я тогда жил, работал в Стамбуле, и я начал помощь, а до этого, в 2004 году, я подал заявку на поиск моего армейского полковника. В 2005 году мне звонили, приглашали в Москву, я не смог поехать. И дали мне контакты моего полковника, который спас меня в жизни от самого себя. Это отдельная история, это серьезные времена были тогда, еще в 1988 меня призвали в армию и демобилизовался в 1989, служил только 9 месяцев.
Я был студентом второго курса Тбилисского политехнического института, и за этот 9 месяцев я там творил больше, чем люди за 3 года не успевают, не успели бы службы. Ну, естественно, это не очень интересная история. Все-таки. И этот полковник мне помог вернуться, остаться человеком, потому что это были зверские времена, сами понимаете, начало 90-х, развал Советского Союза и так далее. И тем самым я возвращаюсь к тому, что программу «Жди меня», я помогаю до сих пор после окончания моей матери в 2010 году, чтобы не сойти с ума вообще. Я там круглосуточно, можно сказать, работал, тратил тоже свои деньги, и за это время я уже не считаю, я не веду статистику, нашел более 1000 человек. Это тоже очень важная составляющая будет нашей программы, потому что когда мы можем это делать, надо это делать, потому что такую географию, такое расстояние проедешь, столько будет встречи, столько будет просто телевизионные передачи. Где-то у нас должно быть, наверное, лого тоже, чтобы программу «Жди меня» или как-то, или на сайте, на нашем сайте, которого мы создадим, надо, чтобы это было тоже как бы указано. В целом, вот и этот проект, этот пробег, исходя из того, что аудитория у нас будет огромнейшая, я хотел максимально загрузить. Как-то в 2018 году, когда я проезжал в Германию, один турецкий депутат по происхождению турок в Гамбурге, в городе, когда я ему рассказал, он сказал: «Ты возьми что-нибудь одно, или возьми просто популяризацию спорта». Говорит, тебе все много, и бывает непонятно. Но если человек элементарно просто уделит минуту внимания нашего пробега, он поймет всю составляющую, всю красоту и всю необходимость этого проекта. Поэтому, чтобы... Смысл. Да. Политический смысл. Вот я тебя хочу попросить, надо. Мы занимаемся в нашей школе «Человек будущего». На самом деле пришли к такому пониманию, что думали создавать качество человека будущего и сегодня у себя их развивать. Оказалось, что мы по существу человека хотим вообще-то утвердить у людей. Вот науку человечности я там перечислил качество. Это любовь. На секундочку, давайте завершу, там полминуты мне осталось, и потом уже продолжите вы. Значит, и как-то я в своей жизни тоже много читал. У меня 3 незаконченных высших образований. Я инженер, юрист и высшая школа бизнеса. И далее у меня, ну, много книги читал. Я не помню, где-то был такой сценарий. Маленькая девчонка играет скрипку где-то возле, ну, торгового центра, например, возьмем, да, я не помню деталей. И автор этой книги подходит, разговаривает с этой девочкой, и она перечисляет именно плюсы, то, что она там стоит и играет, начиная, первое, то, что она тренируется, по ходу, набивает руку и мозг. Второе, не мешает родителям и соседям дома. Ну, естественно, они знают, где ребенок находится. Далее, значит, развлекает людей. Ну, за это получает деньги. Тоже. Это тоже важно. Охраняет машины там. Ну, в целом, тоже там дополнительные деньги. И самое главное – знакомиться с интересными людьми. Представляете, да, маленькая девчонка не то, что просто пришла и положила шапку там и играет. Нет, она со всей
со всей красотой к этому подходит. Поэтому вот, и вот то, что вы сейчас начали, я, извините, я прервал вас, я должен был это сказать, как бы в завершении своего вот этого участка разговора, что наш пробег, эстафета именно добра, оно должно быть добра не только вот один раз увидели и в улыбке. Это должно начало серьезнейшего процесса реформирования человеческого мозга, сознания. И тем самым вот тогда будет уже, тогда мы скажем, что вот мы это сделали. Поэтому то, что у вас есть вот уникальные наработки, программа ваша, это я думаю, я очень хочу, и я вижу, что без этого, и вот просто ваш элементарно возьмем тот же человеческий фактор человеческого подхода ко всему, Хасан Магомедович, низкий поклон, дорогой. Вы... Спасибо, Надар. Я хочу сказать зерно того, что я хотел выразить. Ты человек живой, настоящий, у тебя такая щедрая душа. Ты готов поделиться этим со всем миром. Я же тебя знаю хорошо. Я тебя видел один раз здесь, я сразу тебя почувствовал. Я бы не стал рисовать для твоего пробега картину. Живописи. Я так был тогда включен, так вдохновлен, потому что от тебя идет такой сигнал. И я знаю, что ты сейчас поедешь на велосипеде, и от тебя будет этот сигнал идти, как от солнца. Я знаю, тебя не изменишь. Тебя никогда не изменишь. Ты такой родился и такой развиваешься. И поэтому ты этим занимаешься. Я хочу тебе сказать, вот этот огонь души, который ты понесешь по всему миру, и ты будешь встречаться с тысячами людей, там с телевидениями, с руководителями, с журналистами и так далее. Я хочу, чтобы кусочек нашей школы, человек будущего, вот ряд качеств человека нам удалось сформулировать. Они рассыпаны в религиях, они рассыпаны в литературе, они рассыпаны в различных этических кодексах, в морали. Но мы собрали, систематизировали. Это человечность. В чем она заключается? Это способность отзывчивости, сопереживания, сотрудничества, созидания, чувство чужой боли, чувство бесценности живого. Вот эти качества, если вот так вот сформулировать, систематизировать, это не относится непосредственно к какой-то религии. Это не относится к какой-то конкретности. Это у каждого человека нормального. Потому что нормальный человек – это человек, который болеет не только о себе. Он болеет и о близких, и обо всем человечестве. Потому что у него есть чувство ответственности за свои деяния. И тогда бы не было бы вот этого коронавируса, если бы эти изобретатели имели чувство человечности и чувство ответственности. Вот для того, чтобы блокировать будущие кризисы и войны, для того, чтобы в человеке вот эта главная человечность сохранить и развивалась, поэтому очень хорошо, что мы с тобой сотрудничаем, потому что мы тогда вот этот вот прямо возьмем, распечатаем несколько таких вот этих вот фраз качества человечности, которые ты можешь как манифест напоминать всем, что вот эти качества, которые раньше лежали в религиях и так далее, но религии же не сохранили нас от войн и кризисов, не смогли. И искусство не могло сохранить. И Достоевский, который говорил, красота спасет мир, не сохранил. А доброта спасет мир. Потому что доброта, она ближе к земле, ближе к пониманию человека. Ближе, потому что это и чувство матери, и забота, и любовь. Это как раз таки вот это сохранить, и вот эта наука человечности, она чем отличается от того, что в литературе художественной, от чего в религиях и так далее, потому что она доступна каждому, и религиозному, и атеисту,
и взрослому, и маленькому, и спортсмену, и шахматисту, и штангисту, и министру, и таксисту. Она всем доступна. В этом смысле, вот я специально, мы поработаем, чтобы написать вот такой манифест на полстраницы крупными буквами. Вот эти качества человечности. И ты сможешь тогда вот этот манифест всем читать, вот этот вот несколько строчек, и напоминать, что мы все люди, и вот эти качества у нас есть. И когда ты это всем напоминаешь, люди начинают пробуждаться. Ну, я сказал вот то, что я хотел сказать. Так что я надеюсь, я понятно сказал, да? Да, для меня это было, конечно, понятно. Естественно, Хасай Магомедович, когда то, что хочешь сказать, очень кратко, на поллисты, как вы сказали, с чем мы пойдем, я думаю, этим будет очень многим ясно, что это такое, это раз. И второе, надо, чтобы на самом деле вот у нас будет многофункциональный тур, только из 15 стран участники со своими флагами, это будет только одно зрелище красивое. Но, естественно, о доброте человечества, об экологии. Далее будет и туризм, и популяризация спорта. Естественно, бизнес-составляющие, конечно, должно быть. Ну и со стороны спонсоров, которые появятся, со стороны поддержки государства и так далее. Вот я сейчас выступаю как инициатор, автор этого проекта и основной участник на велосипеде. Я много не успею, Хасай Магомедович, сами понимаете, на велосипеде, когда сидишь, первое, это безопасность в любом случае, потому что езда на велосипеде, оно хрупкое понятие, ну, в смысле безопасности, да, то есть тут чуть-чуть или в песке залетаешь и падаешь, в любом случае, если ты не ас. Я борец, я не ас, я не велосипедист еще пока. Поэтому тут вот со всех сторон этот проект будет окружен такими людьми, как вы, такими проектами, идеями и такими... Ну, нагружен будет. Это тогда вот понимаете, я о чем. Да, то есть мы сейчас говорим о необходимости и опять-таки я не путешественник. Я не еду сфотографировать там, естественно, мне доставляет огромнейшее удовольствие красота земли, красота людей, но со своей стороны надо, чтобы мы несли и доносили, не просто несли, а чтобы доносили до каждого человека в действиях, в поступках. Вот доброта сейчас не просто существительное, сейчас это глагол, то есть это действие. Поэтому я с великим удовольствием, Хасай Магомедович, Иначе мы не выживем на земле. Иначе мы разум не сохраним на земле. Конечно, конечно. Да. Конечно. У меня к тебе убедительная просьба. У нас, конечно, есть время, но это настолько у тебя серьезное мероприятие. Я тебя очень прошу, если ты найдешь еще время, мы с тобой еще один-два раза вот так поговорим для всех. Поговорим вот так в интернете, хорошо? Угу. Найдешь время, мы еще поговорим, потому что появятся еще какие-то идеи, и я хочу еще подумать о том, чем мы можем поддержать, вот эту эстафету. Потому что я считаю, что эта эстафета огромнейший, неоценимый вклад в сокращение кризисов и войн на планете. Как волна, Хасай Магомедович, как волна накроет с нашей стороны вот эту всю землю доброты, волна доброты. Ну, естественно, я очень тоже надеюсь, что мы скажем свое слово. И когда люди, опять-таки, мне надо вот это отметить, что не просто вот проехали,
помахали ручкой, где-то там хорошо посидели. Это должно быть, чтобы процесс продолжался дальше. То же самое, ваше обучение, ваш метод, чтобы люди больше переключились к вам. Поэтому, естественно, я время найду там раз в неделю, там два раза в неделю или раз в месяц, и прямое подключение оттуда, когда мы уже поедем к вам, это в любом случае будет. Потому что, да, я понимаю, что, но ваша, я тем самым хочу отметить и подчеркнуть, что ваш метод – это уникальный. Пускай каждый найдет свое для себя вот применение вашего тоже, понимаете? Вы прекрасно излагаете свою речь, свою мысль и тем более свою методику. Поэтому я желаю, чтобы больше людей знали вас, вашу методику применяли для себя, для своих родных. Я вам желаю здоровья, Хасан Магомедович, вашей прекрасной улыбки, чтобы вы как-нибудь дорисовали мой велосипед. Обязательно, обязательно. Спасибо, дорогой мой. Спасибо. На связи всегда, Хасан Магомедович. Всех благ, хорошего дня. Спасибо большое. На связи. Спасибо, дорогой. Спасибо, Надя. До связи. Так, я сейчас выключил. Теперь, значит, нам нужно завершить.